Антарктида находится на крайнем юге нашей планеты. Внешне Антарктида выглядит как огромный белый купол. В июле 1819 года корабли «Восток» под командованием Фадея Беллинсгаузена и «Мирный» во главе с Михаилом Лазаревым вышли из Кронштадта и отправились в кругосветную экспедицию. Через 3 месяца, сделав остановки в Англии и на Канарских островах, корабли прибыли в Рио-де-Жанейро. Потом они взяли курс на юг, в неизвестные районы Полярного океана. Чем дальше к югу, тем больше встречались птицы-буревестники. Большими стадами проплывали мимо киты. Айсберги угрожали кораблям. А чуть позже моряки открыли неизвестный остров, где на берегу было множество пингвинов. Моряки взяли несколько птиц на корабль. На некоторых островах моряки находили много морских слонов. Но из-за погоды стало труднее пробираться между льдов. Наконец, 28 января 1820 года путешественники увидели ледяную стену. Не смогли дальше отправиться на юг. Это была Антарктида. 5 августа 1821 года «Восток» и «Мирный» прибыли в Кронштадт. Они пробыли в плавании 751 день и прошли более 92 тысяч километров. Их торжественно встречал император Александр I.